Сидіння. Встретив жук в одном лесу симпатичную осу. Ах, какая модница! Позвольте познакомиться, уважаемые прохожие. Ну на что это похоже? Вы не представляете, как вы щепки вляпите. И красавица оса улетела в небеса. Странная гражданка, наверное, иностранка. Жук с досады кренделями по поляне носится. Это ж надо было так опростоволоситься. Это было... Чтобы вновь не оказаться положению таком, нужно срочно заниматься иностранным языком.